Однажды на Луне родился необычный малыш. Я пописил. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. 5 ночей с Лунтиком! Безопасности офиса. Какой трындец! Лунтик, что с тобой? Да, это не шутка, мы сегодня поиграем в Лунтика, но только в 5 ночей с Фредди, точнее 5 ночей с Лунтиком. Я родился! Мы поняли. Ух, чувствую, я сегодня обосрусь, я сегодня точно обосрусь. Добро пожаловать, Лунтик Остров. Куда я вообще попал? Алексей! Это мне там хорошо! Всех похожий дом меня сдачил! Видимо, у Алексея какие-то проблемы с русским языком. Точно тебе говорю! Не можете как потерять, только всех, что вы попробовали! Теперь этого дом темно, землю, что-то меня не хватается! Это нормально, что я ничего не понял? В общем, меня сразу здесь там никого проверить заставляет! Мне страшно! Мне тоже страшно, Алексей! Окей, мы играем за какого-то Алексея, который почему-то сбежал из Майнкрафта и, видимо, еще из дурки параллельно. И мы куда-то идем. И все, продолжаем идти, поворачиваем куда-то направо. А это точно FNAF, это точно 5 ночей с Лунтиком. Пока что это больше похоже на какой-то Майнкрафт. Да, я вообще иду, кто бы понимал вообще, что здесь происходит. Не, я помню, в 5 ночей с Фредди тоже что-то подобное было, тоже были какие-то пиксельные уровни, но они были где-то в середине игры. Но не в самом, блин, начале, сколько мне еще идти вперед надо? Дождик идет, а я все иду, я иду к своей мечте. Я широкий Алексей. Я просто пытаюсь хоть как-то себя развлечь, потому что идти просто вперед, я уже заколебался. Однажды на Луне родился Алексей. А потом Алексей О, подожди, мы что-то нашли. Тут есть какая-то дверь, я понял, это дверь в домик дяди Шнюка. Дядя Шнюк, я помню, я смотрел Лунтика, он жил прямо... Ого, здесь никого черта свыли, там дом. Что несет вообще-то? А, я в доме, я зашел в дом, но здесь почему-то до сих пор трава, только вокруг теперь почему-то что-то голубое. Я все еще сомневаюсь, что я вообще играю в 5 ночей с Лунтиком, потому что выглядит это очень и очень странно. Ага, мы с тобой куда-то пришли. Мила, Кузя и Пчеленок. Все так же драйвер для аниматроника заправить. Драйвер для аниматроника заправить. Не, ну если ты не знал, это же самое главное. Ну как ты мог вообще забыть заполнить драйвер для аниматроника? А еще знаешь, мне кажется, ты что забыл сделать? Ты забыл лайк под это видео поставить, так что ну лучше поставь. Ну и драйвер, конечно, для аниматроника заправит, а тоже, ну капец, как важно. Ну раз Алексей сказал. О, вот этого товарища я уже знаю. Похоже, этот Лунтик запридется целый детский зал. Что ж, проступают мне аниматроники. Проступают аниматроник. Я знать русский хорошо, хау, в жопу дую. Смотри, Лунтик лайк показывает. Я нашел какой-то коридор, здесь я еще не был. Так, погоди, что это такое? Какой-то телевизор стоит. Блин, капец, какое странное управление. Я нажимаю вниз, а он идет наверх. Это ненормально. А я там, кстати, твоего брата видел в другой комнате. Ну, так чисто, если вдруг тебе интересно. Да не то же самое офис, на мне крест какой-то. Теперь этого жест, его был черт аниматроник в страшном был. Жест, его был черт аниматроник. Закредить монитор, чтобы ребята знали только мне все там, вот вам аниматроник смести ночью в гром. Что это за набор слов? Что я должен здесь понять? Я применяется в ночью. Так, я применяюсь в ночью. Ребята, если вы не применяетесь в ночь... Первая ночь. Ура! Наконец-то что-то началось! Наконец-то будет 5 ночей с Лунтиком. Я дождался, нифига! Это реально 5 ночей с Лунтиком. К нам кто-то звонил. А как убрать? Подожди, нам кто-то звонит. Где посмотреть? Здравствуйте, ребята. Привет. А что ты знаешь, ты брат Лунтика? Чего? Аниматроник или режим дети очень любят был призрак довольно мне, который чем это... Нихуя не понимаю! Здесь видели наше ощущение той после... А, ну тогда понятно! Чего? По-русски говорить можешь? Какие Лунтики? Какой полейшки? Я ни хрена не понимаю! Как ее заткнуть? Заткнись, пожалуйста! Ты меня бесишь! Ой, нифига себе, могу дверь... Так у меня уже тут энергия очень тратится, да заткнись. Откуда вообще этот звук идет? Так, подожди, там надо по камерам вообще смотреть, что ну происходит. Ну хорошо, давай, все, удачи, друзья. Ладно, все, пока. Пока. Ой, привет, в смысле. Я уже обосрался. Я не играл в 5 ночей с Фредди хреново тучу лет. Я вообще не помню, что тут надо делать. Так, смотри, что происходит, когда я нажимаю на Z. Непонятно, какая-то батарейка появляется. Тут есть рычаг, есть часы. Вот здесь. Кого? Какая установка? Не надо мне никакой установки. Какого-то Лунтика Экзе мне хотели установить. Подожди, а как свет включить? Я хочу посмотреть, что там находится. Что я делаю вообще на букву Z? Я не понимаю. Я могу здесь включать свет, и я могу проверять, что там находится. В принципе, все понятно. Ты ч
охренел, падла! Я не ожидал этого! Я еще в игре не успел разобраться из-за этого сраного телефона! Сраный Кузя! Да, первая ночь, у-ху. Тут у нас пчеленок, тут у нас есть Мила. Но меня в прошлый раз испугал Кузя, а Опа, здравствуйте. Тут еще есть Лунтик, вупси-не-пупси. Я вижу всех, кроме... А, нет, подожди, вот он, падла, вот он идет. То есть, если мы где-то здесь, а Кузя у нас находится вот здесь, то есть Кузя еще, в принципе, далеко, и как бы вообще все нормально. Получается, я вообще в безопасности, я могу тут сидеть и тусоваться сколько угодно. Опа, смотри-ка, а вот и Кузя, получается. Кузя находится прямо за этой дверью. Я правильно понимаю? Мила пропала. Мила куда-то делась. Лунтик на месте. Все хорошо, Лунтик на месте. Это славно. Это... Кузя стоял прямо здесь. Так, подожди, он ушел. Он ушел, но куда он ушел? Вот это непонятно. Возможно, он прямо сейчас стоит за дверью. Да, ты посмотри, он стоит. А где это он? Я вообще не понимаю. То есть он где-то справа. Он где-то здесь? Кыш, уходи отсюда. Ты мне не нравишься, ты мне не нравишься. Ты меня уже один раз испугал, ты не совсем. Подожди, а если я тыкну на его фотографию, может он испугается и свалит? Пожалуйста, свали отсюда, тебя умоляю. Господи, ну уйди. Уйди отсюда. Что не так? Что я сделал? В смысле, я просто камеру включил и меня испугала Мила? А как от нее скрыться-то вообще? Подожди, а как она ко мне залезла? Я не понимаю. Может быть, вот эта кнопочка Z как раз-таки закрывает вот этот вот люк? Ну, допустим, смотри, я сейчас нажал на кнопочку Z и что-то поменялось? Нет, нифига не поменялось. Ладно, у меня есть план. Если на меня будут нападать, я просто буду закрывать обе двери, то есть и на Z, и вот на эту штуку, и тогда меня точно никто не должен съесть. Ну, хотя бы первую ночь я должен... Должен в сегодняшней серии прожить, правильно? Лунтик на месте, а Мила не на месте. Где Мила? Куда она делась? Я успел, ты видел, капец, как я быстро успел. Видимо, как раз таки Мила, она и пролезает через эту Z. А где она теперь? Она тут стоит. Не хочу, не хочу с тобой играть. Порвала. Что ты там порвала? Не надо никого рвать, я тебя сейчас сам порву напополам. Уйди отсюда, ну как ее отогнать отсюда, я не понимаю, ладно. Тварь! Единственный вопрос у меня остался в том, что мне делать с Лунтиком. Потому что Лунтик пока что вообще ничего не делает, он просто стоит. А тут еще и пчеленок остался. А что пчеленок делает? Я вообще не знаю, что пчеленок делает. А где Мила? Я вообще ни хрена не вижу. Почему у меня свет работает? Я просто так трачу энергию. Где сраная Мила? Ее нет. Кузя до сих пор стоит, ждет меня, хочет испугать. У меня просто закрыта дверь. Не, слушай, в принципе, может реально просто пусть будет у нас закрытая дверь, и мы вообще не будем париться. А если я вот, допустим, сейчас на жму на Z, ничего же не произойдет? Вроде ничего. Бляха-муха! Ты посмотри, какая падла, просто стоит и смотрит на меня. Он смотрит и ждет, пока я отвернусь, чтобы просто на меня напасть. Все, смотри, он смотался, и он сейчас пойдет либо сюда, либо сюда. У меня есть план. Это же, по идее, 5 ночей с Лунтиком. То есть, по идее, первая ночь, она должна быть самой простой. Я правильно понимаю? А если первая ночь очень простая, то я просто, может быть, смогу закрыть все двери и вообще не париться. Как бы просто вот так вот сидеть, закрытой дверью. Там Лунтик почти свою программу загрузила. Интересно, что будет, если Лунтик загрузит свою программу. Мне, конечно, бы очень хотелось проверить. Но как-нибудь в другой раз. Так, кто-то бежит. Кто-то бежит. Не понял, кто. Не понял, кто бежит. Ладно, пофигу, просто закрою все и буду сидеть. Главное, чтобы нам хватило энергии. Я просто не знаю, сколько вообще ночь длится. Кузя стоит здесь. То есть Кузя нас поджидает, но он не сможет зайти, потому что у меня закрыты все двери. Если кто-то разбирается в 5 ночей с Фредди, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. И, возможно, я запишу еще одну серию по этой игре, где я уже не буду тупить и все нормально пройду. Просто я реально никогда не умел играть в Five Nights at Freddy's. Я каждый раз сюда просто заходил и пугался. Это, в принципе, все, что я знаю про 5 ночей с Фредди. У меня все закрыто. У меня все закрыто. У меня все закрыто. Это сработало. Ты слышал, она типа стукнулась там об дверь. Или я не знаю, обо что она стукнулась. Но у меня-то дверь закрыта. И то есть она пройти не может. А где она теперь? А где она теперь меня ждет? Она не смогла пройти. И она опять просто втыкает в стенку. Вот и втыкай дальше, тупица. Так, все, окей. Мы с тобой следим за пчелой. Пчела просто стоит. И Лунтик, в принципе, тоже просто стоит. То есть я что? Я могу просто отдыхать и ничего не делать. Блин, у меня энергия осталась 15%. А если я дверь открою? Допустим, смотри, я дверь открыл. Что за звук? Что за звук? Что за звук? А эти часы тикают. А, так я же мог как раз таки время здесь проверять. То есть у нас сейчас 5 утра, насколько я помню, в 5 ночей с Фредди нужно...
Что за музыка играет? Я не понял, что за музыка? Хватит меня пугать, не надо. Я не понимаю, эта музыка играет, потому что я побеждаю, или потому что я проигрываю, или потому что у меня энергия заканчивается. Я не врубаюсь, стоп. Лунтик XZ пошел нахрен. Так, окей, все, мы отменили загрузку Лунтика. У нас сейчас 5 утра, то есть, по идее, все, я почти выиграл. Но у меня 5% энергии, господи. Просто жить, Кузя опять идет. Кузя идет где-то здесь. Я не знаю, что делать. Все, у меня сейчас... Если закончится энергия, я сейчас умру. Я сейчас просто умру. Просто жить. Просто жить. Просто жить немножечко осталось. Просто осталось... Я прошел! Моя тактика сработала! Я гений! Я просто закрыл двери и просидел всю ночь закрытыми дверями. Полицейские станции, ну, если быть точнее. О, господи, мы опять в Майнкрафт какой-то попали. Виктор Лебедев. Это, конечно, было максимально странно, но мне даже почему-то понравилось. Мне стыдно признаться, что мне понравилось вот это. Это реально забавно. Если тебе тоже понравилось, прямо сейчас нажми лайк, тыкни колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, потому что я ее запишу, если, ну, лайков будет много. И подписывайся на мой телеграм-канал, там можешь мне написать, как мне вообще играть в эту игру, потому что в телеграме я читаю абсолютно все комментарии. И даже общаюсь с подписчиками, так что, возможно, ты меня научишь, и в следующей серии я не буду тупить. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока!